Товарищи туристы, наш теплоход подходит к знаменитым «Жигулям». Обратите внимание на красоту берегов. «Жигули» издавна славились необыкновенной растительностью и удивительным животным миром. Одну минуточку, товарищ экскурсовод. Эти кадры мы уже видели в номере 66 нашего журнала. Помните? Тогда мы рассказывали, что заповедным всемирно известным «Жигулям» грозит уничтожение. Уникальная растительность вырубалась на дрова. Разбегали животные, потревоженные взрывными работами. Овеянные легендами курганы превращались в карьеры по добыче камня. Это интервью дает начальник управления лесного хозяйства Куйбышевского облисполкома товарищ Прокопов. Фитиль номер 66 за 1968 год по сохранению комплекса природы «Жигулей» произвел сильное впечатление на всех трудящихся области. Прошло уже 2 года с момента выхода журнала. Оперативности, с которой Министерство промышленности и строительных материалов СССР и другие заинтересованные организации откликнулись на наше выступление, можно только позавидовать. Они обещали принять решительные меры. И, как вы сейчас убедитесь, приняли их. Вы видите? 2 года назад здесь вырубался уникальный реликтовый лес. Сегодня все работы прекращены. Почему же у лесничего Жигулевского заповедника такое неважное настроение? Печально смотреть на эти места. Здесь 2 года тому назад рос лес, а сейчас вместо леса растет один бурьян. Лес вырубили, меры приняты, перешли на новое место. Леспромхоз ведет рубку леса рядом с заповедником, и звери, те, которые находятся в заповедном лесу, разбегаются. 2 года назад мы вам показывали, как взрывные работы заставляли животных покидать «Жигули». Из всей местной фауны в заповеднике оставался лишь этот стойкий олень. Теперь положение изменилось. Взрывы здесь больше не производятся. Меры приняты. Взрывы сотрясают «Жигули» в других местах, буквально рядом. Особые протесты общественности вызвало уничтожение Царева кургана и других исторических мест, где были сооружены карьеры по добыче камня. Министерство промышленности и строительных материалов Российской Федерации сообщило нам. Министерство наметило в 1969-70 годах закрыть карьеры Царев-Курган, 41 километр, и осуществить благоустройство их территорий. Это обещание выполнено досрочно. Меры приняты. Царев-Курган срыт до основания. Карьер перенесен на новое место. И «Жигули» по-прежнему превращаются в горы стройматериалов. Кто же создает эти горы? Мы создаем эти горы. Работники карьера управления. Какого? Жигулевского карьера управления. Когда же «Жигули» примут прежний вид? Ну, я считаю, через 15-20 лет. Не раньше.